Ивановские школьники осваивают английские игры. Стадион в Пустошборе на несколько часов превратился в поле для занятий регби. Сюда привели ребят, которые работают в трудовых отрядах и занимаются благоустройством города. Порядка 150 мальчиков и девочек решили попробовать себя в спорте, который до этого видели только по телевизору. Они с утра, у нас рабочий день длится с 9 утра до 12, все по трудовому кодексу. Они полтора часа отработали и потом к нам сюда пришли на футбольное поле. То есть это территория ТОСа Северный, также где здесь работает наш трудовой отряд. Поделиться опытом с молодыми игроками на стадион приехали ивановские регбисты. Сначала они провели разминку, а уже потом рассказали об основных правилах игры. Мастер-класс сейчас покажем, да, потом соберем две команды, на поле побегаем, ребятам покажем, как, и немножко посудим, покорректируем их игру. И надеюсь, кому-то понравится, заинтересуется, к нам придет и дальше будет развиваться, строить свои какие-то цели. Непосредственно с регби. Буквально минут через 20 после мастер-класса самых азартных от игры было не оторвать. Главное правило – захваты исключительно ниже шеи, пас только назад или по линии. Ну, интересно. Ну, жесткий контактный вид спорта. Правило – ну, пас давать только назад или в бок. Потом, ну, не нарушать правила и очень жестко не играть. Главная игра прошла уже после мастер-классов. Самых способных учеников разделили на две команды, по 15 человек в каждой. Это так называемое классическое регби. Возможно, кто-то из них, вот так случайно попав на стадион, теперь навсегда останется поклонником этой захватывающей игры. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.